Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео, как я вам и обещала, делаю таро-прогноз на новых картах, которые у меня появились. И сегодня мы сделаем такой с вами краткий пока таро-прогноз. Мы с вами посмотрим, как они будут в работе, данные карты. И тема у нас сегодня вопроса будет такая: исполнится ли мое желание загаданный срок? Срок вы загадываете сами, то есть, ну, не надо загадывать слишком на далекий, давайте загадаем на короткий срок, ну, максимально давайте загадаем на 3 месяца вперед, до 3 месяцев. Подумайте о своем желании, какое у вас самое-самое такое сейчас большое желание, и мы с вами посмотрим. Я свое желание тоже загадала, и давайте теперь смотреть. Итак. Исполнится ли мое желание, приговаривайте желание, загаданный срок, и срок вы можете сами загадать, 1 месяц, 2 или 3. Итак, карта номер 1, карта номер 2, карта номер 3 и карта номер 4. Подумайте о своем желании, загадайте, загадайте срок, и мы с вами посмотрим. Ну, давайте теперь смотреть. Итак, для тех, кто выбрал карту номер 1. Исполнится ли ваше желание? Вам выпала пятерка жезлов. Но я вам могу сказать так, что здесь у вас возможно исполнение желания, но я не вижу, чтобы оно случилось именно в загаданный срок. У вас идет именно по данной карте, то есть здесь оно исполнимо, но оно будет еще не скоро, оно впереди только ваше желание. То есть вы, скорее всего, что-то загадали, что вы только к этому идете. Может быть, вы уже прошли многие долгий такой путь, может, вы уже многое что прошли, но именно загаданный срок ваше желание, к сожалению, не исполнится. То есть вам еще придется подождать, либо пройти какие-то испытания, чтобы оно исполнилось. Теперь смотрим вторую карту. Вам выпал всадник жезлов. Я могу сказать так, что вы уже достаточно прошли, скажем так, определенный путь, то есть вы к этому стремитесь. И здесь я могу сказать, что вы на пути к исполнению вашего желания. Да, у вас желание исполнится, вы полны решимости, вы полны энергии, у вас внутренний настрой серьезный на исполнение вашего желания. Конечно, есть свои сомнения, есть свои переживания, то есть вы думаете, сбудется или не сбудется, но я вам могу сказать так, что ваше желание в большей части сбудется именно в загаданный срок. То есть вы не уступите, вы не отступите от своего желания, будете стремиться к нему. И очень многое зависит от вашей энергии. Теперь смотрим третью карту. Вам выпала двойка кубков. Надеюсь, я могу сказать так. По этой карте, что ваше желание, да, оно может исполниться в загаданный срок, но здесь вам нужна будет какая-то помощь, какая-то поддержка. Возможно, вы очень эмоционально воспринимаете свое желание, то есть у вас есть определенные эмоции, определенные мысли, вы мечтательны, вы мечтаете об этом желании, постоянно думаете. И если вы все сделаете правильно, ваше желание в загаданный срок исполнится. Возможно, кто-то что-то вам подскажет, кто-то в чем-то вам поможет. То есть доверьтесь своему окружению, и тогда ваше желание исполнится. И теперь четвертая карта. Вам выпало 8 кубков. Ну, я могу сказать так, что по данной карте здесь ваше желание в загаданный срок, к сожалению, не исполнится. То есть здесь у вас такой период идет, когда, может быть, вы что-то неправильно поняли, либо что-то не все осознаете. Возможно, вы устали, возможно, вам нужен какой-то перерыв. То есть есть как утраченные силы, утраченная энергия, и вы не готовы идти дальше для реализации вашего желания. То есть либо, не знаю, с чем у вас связано желание, это может быть и с отношениями. Если с отношениями, то нет тех чувств, нет тех эмоций, которые бы вы хотели, так же, как и по работе или какие-то личные вопросы. То есть не время решать именно для вашего желания. Поэтому загаданный срок оно не исполнится. Ну вот такой вот у нас краткий второй прогноз получился. Ставьте
лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока.